В Ульяновском драматическом театре в 9-й раз прошла церемония вручения стипендии имени народного артиста России Бориса Александрова. Почетную награду в нашем регионе учредили в 2011 году в память о талантливом актере, педагоге, общественном деятеле. Ежегодно стипендии отмечают одного молодого актера, который наиболее ярко проявил себя в течение предыдущего сезона. Ранее обладателями высокой театральной награды были лучшие молодые актеры области. Потому что вот ребят стоят здесь, это вот то, что он сумел создать. То, куда он вложил свою душу, любовь, сердце и, конечно, свои знания и творчество. И сегодня эти ребята уже сами являются мастерами сцены, сами являются уже гордостью не только замечательного Ульяновского государственного драматического театра, но и в целом российского театрального сообщества. В этом году стипендию имени Бориса Александрова из рук губернатора получил артист ульяновской драмы Алексей Гущин. Для меня что значит? Что память о моем учителе, что память о близком человеке продолжает жить. И, как сказал Сергей Иванович, вот у нас такое ощущение, что он с нами, что он с нами остается, и я думаю, что он останется на всю нашу жизнь с нами. Лауреат премии «Лучший актер» регионального фестиваля театров «Лицедей-2011» Алексей Гущин задействован во многих спектаклях. «Коварство и любовь», «Ромео и Джульетта», «Капитанская дочка», «Весенняя гроза». Также он преподает на театральном отделении опорного университета и продолжает работу с детьми в студии «Драм», которую создал Борис Александров. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.